можно же рюкзак не снимать, правильно? Ну почему не? В смысле? Рюкзак не снимать. Не знаю. Олесь. Холодно? Не-не, просто дно неприятное, вода теплая. Теплая вода? Так много снимать. Оп-оп-оп-оп, тут мы еще. Надо опять сделать по грамм. Ну, по грамм. Теплая вода? Кто сказал, что вода теплая? А это такое правило, если кто-то в воду залез, надо обязательно говорить теплая. Да, вот здесь, Олесь, иди вот так вот. Да. Здесь поменьше. Вот здесь. У меня. Управляете меня кто-нибудь? Вот тут меч. Да, ты идешь вот так и обходишь. Вон здесь. Вот все живы. Оп. Транспортировать. Сейчас. Да, через Волгу мы не поплывем сегодня, наверное. Thank you.
какая-то яма. А вот я был пристегнут. Хорошо. Я ж не знал. Что? Спасибо. А тут ручей. Ручей? Еще один? Вот мы на острове сейчас. Сейчас наверх. Так, теперь где там поменьше? Камаз, ты сам? Да все, иди сюда прям сразу. Сам потащишь свой. Да. Типа все, где тогда? Сухарики? У кого сухарики? Сухарики? Я бы тоже не отказался. У кого сухарики? Так, я предлагаю наверх забраться. Сейчас дам. Потому что здесь какая-то лужа. Да, завалишь там этот кистеночек. Да, да, да. Я вас покормлю даже. Оставлю ночевать, да, скажи еще? Понятно, гречка есть. Шушенка. Макароны есть. Килограмм сосисок, которые так предоставишь вам. За птичком. Да, там стакан. Так, ну что тут, можно вот туда вот двинуть, там же есть какой-то ручей. А крест там, что за крест там странный какой-то? Какое место? Это в честь тем велосипедистам, которые не переплыли ручей. Здесь же это церковь, здесь же видишь очень много. Видишь, церковь строит, кладбище, здесь какое-то такое место. Типа на берегу Волги. Хотел я полотенце взять. Вес не хватило. Да, здесь летом-то вообще хорошо. Если бы он был на жаре, здесь была бы толпа мелко. Ну вот тут надо искать. Мы в том году на солнечно как-то ездили туда.
Да, смотри, все тучи уходят в разные стороны. Это же, понимаешь, это гибрид, он дорожник. У тебя-то он как бы шире, чтобы поворачивать на всяких этих кочках. Здесь еще классный вынос регулируемый.